его, я в этом положении могу делать вот это движение. Потому что я на оси. Если я пошел вот так вот с ногой, все. Вот, меня уже понесло, я уже не смогу это сделать. Понятно, да, идея? То же самое, девочки, если вы слишком сильно таз назад уводите, вы задумаетесь. Если вы таз оставляете впереди, то вам недостаточно энергии, чтобы принять шаг по дну. Шаг-то получается такой мягкий, видно? Он крадущийся как будто, вот такой. Если этого нету, то получается... Колено не наступает на пятки. То есть, получается, колено проекция попы, все равно на пятки. А на пятки не наступает. Нам главное не наступить на пятки, нам главное сохранить проекцию вот здесь в голове и в конструкции. Когда мы наступаем, чуть-чуть другое положение тела. Когда мы без каблука, мне сейчас вообще самое сложное ставится. Мне тут кажется, что есть каблук, но на самом деле это выемка внутри. И подошва практически ровная. Так станцевать почти невозможно, опираясь на полную стопу. Все-таки в физиологии предусмотрен небольшой подъемчик. Вот. Поэтому лучше двигайте. И. Давай выполняются все спокойно, все повороты. Теперь Лена сделать неправильно. Видно? Она падает, ну а мне, во-первых, по ощущениям очень сложно. Правильно? Ну красиво сделано. Ой. Ну разве что может быть красиво. Парень. Мужики, видно, я стою правильно. И в этом положении могу выполнять все финты. Видно, где у меня зад находится? Теперь неправильно. Видно, я проваливаюсь вперед. Вы прочувствуете совершенно другую динамику, если делаете так или это. Динамику шага, динамику поворота.